вот филармония Кисловодская, ансамбль Курзала, Владикавказской железной дороги был построен. В 1897 году написано там, а потом 1920-е годы был, принадлежал железной дороге. И Киров тут выступал о провозглашении советской власти в 18-м году. Которую потеряли мы. Нормальную власть потеряли. Контрреволюция вмешалась. А теперь мы их плоды пожинаем. Ни на что у них денег нету. Вот территория Северокавказской государственной филармонии имени Сафонова. Зал сделали, я не знал об этом. Вон написано органный зал. Раньше органный зал был в музыкальной школе. Надо будет узнать тут. Вика Цыганова приезжает 28 марта. Вот так молодцы тогда. А вот после ремонта открыли музыкальную раковину. На этом месте раньше скамейки стояли. Вот, и здесь артисты выступали. Ну да, сейчас видите, красиво сделали. Ничего не скажешь. Вот отсюда вид открывается на курортный бульвар. Там вот все это музыкальный фонтан дальше. Территории филармонии. Ну, сейчас посмотрим. Мост открыли. То месяц назад он, калитка закрыта была. О, работает. Можно по мосту пройти. То месяц назад возмущался, что все время закрыта калитка. Здесь идет вход на вокзал, детские аттракционы, колесо обозрения. Вот. Вот. Значит, все. Калитка открыта. Можем идти по мосту. Вот такие автобусы курсируют по Кисловодску. Там железнодорожный вокзал находится. А это в сторону курортного бульвара.
Вот сейчас мы пройдем. Мост отремонтировали в хорошем состоянии. Ну вот так вот. Отсюда можно выйти туда, вот это? Можно, можно, можно. А как туда идти? Сейчас я вам покажу.